В городе Бугуруслан и Бугулюдмила, а нет, просто Бугуруслан, что в Оренбургской области, а это значит в рубрике «У наших южных собратьев по Уралу», в магазине «Пятерочка» случились съемки кинокомедии из цикла «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». В главной роли снялся местный 19-летний пацан, который ночью зашел в круглосуточный супермаркет и грязно воспользовался тем, что в торжище не было... Не то, что ни одного покупателя и даже ни одного кассира. Парень, видимо, не сильно трезвый, прикинул, что грех не воспользоваться такой опустошенностью торговой точки, взял две коробочки с шампанским и попытался их пронести мимо кассы, то бишь слямзить. Да, такой вот неожиданный глагол из нашего детства, а пора избавляться от вражеских слов в родном языке. И смотрите, как любителю шампуня не свезло. Автор этого бугурусланского видео наложил на него мелодию из «Джентльменов удачи». И она легла вот прям как в роднулю. Это просто цирк с конями. Воришка споткнулся, уронил коробки с пойлом, башкой вонзился в двери магазина. Картонная упаковка при ударе развалилась, бутылки выпали. Бухой злоумышленник, давай их собирать. Ну, говорю же словами классики. Сдается мне, что это была комедия. Пока вор возился у двери, в недрах магаза оживились ночные работники. Парочка из них даже вышла на шум. Попыталась воришку притормозить, но тот схватил одну бутылку и был таков. Ну, в смысле, убежал в ночь. Но надо отдать должное бугурусланской полиции. Похитителя шампанского вычислили и зашнуровали по горячим следам и нарисовали ему 161-ю, часть 1 УК. Грабеж. А это в пиковом случае до 4 лет зоны. Ну и что можно сказать по итогам? Пацан рискнул? Рискнул. Шампанского попил? Ну, хотя бы одну бутылочку-то. Попил. Все, народная мудрость в очередной раз подтверждена.